косули в городе. Сегодня в Павлодаре горожане встретили сразу несколько косуль. Одну из них егеря поймали возле школы-лицея номер 16. Нашей съемочной группе удалось снять процесс спасения животного. Очевидцы заметили косулю возле школы в 9 утра и начали бить во все колокола. Лишь спустя час неравнодушным людям удалось отыскать телефонный номер егерей и заявить о необычном прохожем. За 2 часа изможденная косуля собрала вокруг себя толпу, которая сетовала на нерасторопную работу специалистов. В управление Дропозня около 10:30 поступило обращение о том, что на территории 16-й школы находится косуля. Состояние, конечно, было неизвестно. Лесным хозяйством, Павлодарским учреждением лесного хозяйства и животного мира в течение 30 минут был организован выезд. Специалист сообщил, что обратиться к егерям за помощью можно через инстаграм-страницу Табигат ПВ или по номеру 837-001-0579. Там же заинтересованные горожане могут узнать о дальнейшей судьбе животного, о которой на сегодняшний день известно немного. Данная косуля была обнаружена, также была изолирована и отправлена в лесхоз в дальнейшем. Сейчас с этой косулей будет работать ветеринар, после его вердикта будет уже определена его дальнейшая судьба. Или его отпустят, либо его возьмут на содержание для восстановления. Вторую косулю жители города заметили возле педагогического колледжа. Забавное совпадение. Обеих парнокопытных привлекли учебные заведения. Анастасия Ерш, Евгений Олейник, Ертыс Акпарат.